Здравствуйте, с вами Настя. Я записала этот кавер в конце лета, хотя планировала его записать в середине плюс-минус, но получилось так, что я его записала только сейчас на песню «Ёлка» на большом воздушном шаре. Я решила кое-что добавить в этот кавер. Вы это увидите, вы это посмотрите. Не забывайте лайк, подписка, комментарий. А с вами, как всегда, была я. До скорых встреч! Пока-пока! В воздушном шаре.